Всем привет, друзья! Вторник начался дождем. Дождь. Мокро. Все мокро у меня тут. Пойду я хоть, думаю, капусту открою, все равно. Дождь не дождь. Пасмурно, не пасмурно, но надо и посветлее сделать. Вот, и, наверное, коврики сейчас уже отключу. Но сейчас уже 11 часов скоро будет. Так, вот это уберем, видите, я закрываю на всякий случай, кто его знает. Там ночью будет. Вот, так что откроем ее. И здесь, наверное, надо все-таки пооткрыть. Хоть маленько больше, может, света будет. А так, конечно, день сегодня у нас, как всегда, как любой рабочий. Быстро-быстро. С утра молоко все процедила, потом давай освобождать банки. Ой, наоборот, сначала освободила банки, потом процедила. Короче говоря, слила молоко сегодня. Сметану маленько сделала. Взяла сверху, поснимала. И остальное сварила адыгейский. И поставила там то, что осталось. Еще творог хочу сделать. Не получился у меня творог, потому что как надо. Вернее сказать, вторая партия не получилась. Одну-то партию сделала, но она маленькая была. Вот, она нормально получилась. А вторая, я ее, короче, ушла управляться и перегрели, короче, с бабушкой. Когда, знаете, две хозяйки, одна на другую понадеется, вот так вот получилось, короче. Вот. Я забыла, и бабушка что-то там перегрела, короче, маленько еще. Ай, ладно, неважно. Ну, вот так курям сварился этот творог. Получилось, что курей хорошо накормили творогом. Вот. Такие дела. Ну что, сегодня ночь потеплее была. Плюс 4 ночью было. Так что ничего не закрывали. Все вроде нормально. Сейчас, при том, что дождь идет, ну вот плюс 10 здесь. Наверное, коврик пока и выключать не стоит. Потому что при закрытой теплице, при включенном коврике плюс 10. Короче, не жарко. Ладно, тогда не буду я. Не буду я тогда открывать. Вот так вот сделаем и все. И там, наверное, коврик тоже отключать не буду. А то не мерзнуть буду. И огурчики там. А, такая вот невеселая сегодня погодка. Видите, какое небо. Ну и ладно, я сегодня все равно весь день работаю. Сейчас вот пообедаем, да и пойду опять работать после обеда до вечера до самого. Вот, Матвейка сегодня ко второму уроку у нас ушел. Это самое, Фадей еще не ушел. Ефим сейчас уже собирается, скоро будет собираться. Вот. Что еще мы делали? Я не знаю, больше ничего такого делали. С молоком все позанималась и все. Суп сварили на обед рисовый сегодня. А дед картошку нажарил. Вот. Такие дела. Вчера мне, видите, какую телегу привезли новую, поставили. Новый человек. Вот. Из моих новых клиентов, так скажем, да. Ну, вот он недавно берет, наверное, месяц, как поставили телегу. Ну и хорошо, говорю. Сейчас им тоже соберем, они хоть парник сделают. Такие дела. Ждем газовиков мы. Что-то их. Пока. Нюша, а ты где под дождем ходишь-то? Я жду ее. Нету ее. Не знаю, во сколько они приедут. Написано с 10:30 до 4:30. Ждать их. Ну вот. Лишь бы у меня звонок сработал, а то еще позвонят, да не дозвонятся. Бывает у нас, что слабо нажимает звонок, он не срабатывает. Вот. И собаки это не слышат, как ни странно. Так, ладно, все, я Нюшу сейчас позову. И пойдем домой. Я не знаю, успею, нет. Хотела сегодня лучок все-таки попересаживать. Я стакашки же купила. Все равно ему еще... Сегодня что? 16 число. Еще целый месяц ему сидеть, этому лучку. Поэтому надо бы его в стаканчике. Вот. Наверное, я сейчас еще ящик возьму. Точно. Пойду-ка ящик возьму. А то стаканчики-то надо в ящик заставлять. Нюша, пойдем домой. Че под дождем ходить? Выбежали, ладно, пробежались, и хватит. А то сейчас все вымокнут, потом их отогревай тоже, суши. Угу. Так. Так, так. Ящики что-то у меня тоже уменьшается их количество. Ну, такие подходят вот для 200 граммовых стаканчиков. Они не особо высокие. Так. Так, ох, нет, тут все высокие. Ох, 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 ох. Ладно, пока два тогда только возьму.
может быть, и хватит на сегодня. Нюша, домой! Нюша! Дед тоже сегодня в такую погоду не идет парничок собирать. Ну, ему и помощники нужны. Что-то заняты они. Матвея нету, Фадей чем-то еще там занимается, не знаю. Ладно, все, побежала. Нюшу искать буду сейчас. Кричать громко не буду уж на камеру. Я не знаю. Так, ну что, друзья, у нас уже 7 часов доходит. Я сейчас уже пошла к корове. Что-то очки сняла, забыла, где сейчас одену. Вот. Работали до 5, 5, в 5 потом все пришли, поели. Сейчас вот немножко отдохнули, да пойдем. Вот еще надо будет сыр мне адыгейский убрать в холодильник. Вот, в Фадею остался. Суп вкусный сегодня, доедают уже, хорошо. Дед у нас рисованием занялся сегодня, потому что погода нехорошая, дождь, он решил порисовать сегодня. Вот, такие дела. Смотрите, у меня собаки сегодня. Сейчас я сидела, это не зря ведь. Стригла их, Дивку подстригла маленько, поснимала ей шерсть. Нюшку маленько тоже заднего фронта подстригла. Вот, если у Дивы шерсть основная идет вот тут на гриве, глазки тоже мало сейчас ходила, вот, на гриве, то у Нюши почему-то вот тут вот на бедрах, на попке, короче говоря, да? Ну, все довольны, все, бегают. Ай, ладно, ну, в общем, все, такой вот, Матвей пришел в 4 часа сегодня. Не знаю, что-то делает наверху, наверное, информатика что ли занимается. Даже не знаю, его не видела, пришел, поел и ушел. Что-то делает, не знаю, что делает. Вечером с ним поговорим, уж сейчас, видимо, ему некогда. Вот, Фадея ждем. Вот, Ефим. Уроки сейчас уже будет скоро делать. Но сейчас со мной сходит, прогуляется маленько корове, чтобы подышать воздухом хоть и. В общем, это самое... будет уроки делать. Вот такой вот сегодня такие будни у нас. Ну, сейчас пойдем, может, тоже прогуляемся маленько. Ну, хотя дождь, если ты камеру не вынесешь. Ну, посмотрю сейчас, я схожу, корову подаю, потом решим. Ой, такие дела. Все, вспомнила, о чем хотела это рассказать сегодня, что у нас большое дело было — проверка газового оборудования всего в доме. В общем, газовик приехал один. Они обычно как-то... Раньше они компании ездили целые, сейчас один приезжает. Ну, кстати, тот же самый, что в том году был. Сейчас я буду закрою. Вот, так что он уже все знает. У меня как раз ученики были, и, в общем, хорошо, что тот же самый, говорю, хорошо, что все знает. Я его просто завела, он сам тут котел почистил. Ну, бабушка с ним была тут на кухне, его ждала тоже. Он потом с бумагами зашел на кухню, сел за стол, заполнил бумаги. Я потом подошла и расписалась везде. И все. Вот. Ты что, одеваешься? Да. Вот. Иди, одевай курточку. Сейчас уже выходим. В общем, котел он почистил, пропылесосил. Плиту просто этой штукой своей проверил, чтобы нигде утечек газа не было. В бане тоже сделал. Утечки проверил. И все. Вот. Сразу сказал, что имейте в виду, нынче эта оплата повысилась. Короче, у нас вышло 4800 или 4900, но что-то 870, по-моему. Вот, и платить можно, говорит, туда ехать надо будет, большой исток нам там платить, где у них кассы, короче говоря, газекс этого. Даже не у нас здесь, большой исток надо ехать. Вот, ну посмотрим, там как-то через личный кабинет, он говорит, можно оплатить, посмотрим, может, я карту туда прикреплю и как-то оплачу через личный кабинет, еще не знаю, не смотрела. Говорит, так надо выбрать, чтобы как бы не за газ ушло, а именно за техническое обслуживание надо выбрать, там, говорит, статью, и как бы можно платить якобы. Ну посмотрим, еще с этим не решали, главное, что все прошли, сейчас на год можно об этом не беспокоиться, что кто-то что-то приедет. Ну, такие дела. Ну ладно, все, воду пошла, набираем. Что, мы идем теплицы закрывать, да? Да. Эй, псы! А можно я закрою? Ты закроешь, сейчас ты закроешь. Там ткань надо, Фима, натягивать. Ой, Фадей пришел сейчас, пока ему наладила еду тоже. Пока то все. Ох, она Дивка-то измарается опять у нас. Такая красавица стала. Не ходи в грязь, не ходи, Дива! Дива, не ходи! Так, я пока так вот, а то она у меня тут тоже покопает.
пусть постоит с тобой. Что-то пока ничего еще у меня тут. Салатики не всходят. Ой. С чего начинали, тем и заканчиваем, да, ролик. Сегодня скучный день, друзья, потому что я весь день на работе, никогда мне. Что-то делать тоже так, хочется мне уже попикировать, что-нибудь поделать с землей, но ничего не получается. Ой, такие дела. Ничего не получается. Афима за стульчиком сходил. Хочет посидеть со мной. Да я сейчас закрою. Ой, а что же делать-то? Лук-то завтра, что ли, мне полить? Мне кажется, он уже вот в этих горшочках-то весь подсох. Сейчас уже тоже неохота за лейкой тащиться. Поливать это все на ночь. Я, наверное, завтра его вообще повыставляю отсюда и с дуршлочком их полью. Ой, носится, носится собаки-то. Так. Ладно, закрываю. Видите, что мне делают физалис? Вылазит и все сюда. Хулиганы не хулиганы. Ой. Я так по головам и закрываю. А что делать-то? Так вот и приходится их вместе с головой. Но не ломается и ладно. Раз. Раз. Смотрите, цинии какие стали. Выпустили по-настоящему листочку уже. Вот они, красавчики стали. Так. Потихоньку. Потихоньку все растет. Так вот. Ой, носится. Ой. Девки-то, едать, охота пробегаться. Сейчас тоже наблюдала. Фима на качели качается, Нюша. Как верный пес лежит, смотрит, как он на качели туда-сюда вот так головой крутит. Так, что сегодня, Фима, холодно? Нет, будет капусту-то не закрывать или нет? Не знаешь. Я одним... Да, в субботу-то я знаю, мне уже все сообщили. Все ребятишки, кто мне... На занятия идут, все мне рассказывают, что будет 27, да? В субботу. Ну, посмотрим. А может, в субботу я покупаюсь? Покупаешься? Ты что? 27 это не значит, что будет жарко. Ой, 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 бегает. Дед завтра в Адея зовет, чтобы парник-то сделать, но я говорю. Ой, ах, так упадешь, Фим. Ну ладно, давай. Так. Не знаю, как он говорит, у него географию надо делать, да туда все, какие-то презентацию по географии большую. И он говорит, я не знаю, успею, не успею. А, кстати, за ВПР же у него оценки получили сегодня. Четверку у него. Довольнёхонек, говорит, я думал, у меня тройка, а то и двойка. В общем, так что-то не уверен был в своих силах. Но говорит, четверка у меня. Вот. Такие дела. Тут у меня коврик работает, так тепло. 11 градусов сейчас. Ну, нормально. Для 8 вечера нормально. Все, закрываем здесь тоже, да, Фимок? Да, давай закрывать. Слушай, я знаю, что термометр, наверное, подправлю, потому что что-то ночью вчера смотрела, не вижу цифры. Надо его или ниже, или как сделать. Как-то надо, короче, сделать. Как-то, не знаю как. То ли так, то ли сяк. Если так, тоже, наверное, не вижу. Давай, родной. Ладно, ставим так. Вот туда. Она пригодится, ты ее не раскидывай. А зачем она здесь-то, не надо? Неси ее туда. Фу, куда-нибудь положим. Такие дела. Ну все. Закрыли. Ладно. Пойдемте до индюшата еще сходим, да? Папа, правда, к ним ходил. Воду уносил. Ах, они трендынчи. Ой, чеснок-то не поднял, по часам растет. Смотри, Фима. Ой, по полю чесанули. Я вас сейчас обоих замочу в ванной и мыть буду. Поле же грязное. Дива, ну ты-то куда? Дива. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что творят, а? Дива, сейчас ножки мыть пойдешь. Ой-ой-ой.
Эй, индюки, не видны. Не видны индюков-то. Я проверю, как у них там делишки. Так, а ты-то куда? Нюша, ну-ка выходи. А ну выходи. Это зайди, но закрывай только, чтобы собаки не заходили. Привет, ребята. Ой, привет, ребята. Уютно у них. Вот им тоже нравится, мне кажется. Да? Привет. Мои журчащие мои ручейки. Спрашивал кто-то, будем ли мы бройлеров заводить, курочек. Нет, не будем, друзья. Нам индюшков хватает. Да? Индюшков нам хватает. 20 штучек нам. Вот у меня до сих пор лежат. Но уже мясо вот закончилось, а как бы эти лежат крылышки, каркасики, такое вот есть. А вот бедрышки я, видите, на тушенку уже много пускала этих бедрышков, поэтому да, хорошие, да? Хорошие. Мягкие. И они тут здесь, кажется, крылышки нормальные у нас, уже не пух. Уже не пух. И не пух. Да, и ты меня здесь кусаешь. И с этой стороны меня кусают. Ой, хорошие. Ой, хорошие. Ай-яй-яй, какие хорошие птички. Нет, у них это... Силы-то еще такой ведь нету. Ага. Я боишься, маленько? Боишься их, маленько, да? Эх, ну, пообщаться-то вы любите, да. Чего это такой красный горит, да? Что это такое горит-то тут красный? Тык, тык. Тык-тык. Ой, ну ладно, все нормально у них. Чисто, сухо. На теплом полу сидят. Все нормально. Воду папа им сейчас вот сюда отставляет, подальше. Потому что иначе они опил накидывают. Там, когда корм едят, видимо, ножками шуршат и накидывают. Поэтому он еду здесь поставил, а воду аж вон где, видите. Ну все, потопали. Давай. Пока они за нами не побежали. Ой. Ну ладно, проведали. Проведали. Вон нам травка-то и растет, скоро можно будет рвать, но пока еще маленькая. Пока маленькая. А, ты порвал уже? Хорошо. Фух, Алеша даже двери сейчас не стала уже на ночь закрывать здесь, потому что закрываешь, душно и влажно становится. Вон они, видите, спят где? На гнездах. А почему пахнет квасом? Квасом, не знаю. А, ну куриным пометом пахнет, да? Есть что-то такое квасоподобное. Видите, как устраивается? Те вот на насесте сидят, уселись, а эти на гнезде. А эти еще доедают. Кушают, да? А Петя вон лежит тоже на этом, на гнезде. Ну ладно, значит там удобнее. Почему-то так решил расположиться. А что это папа, интересно, яйца не принес? Полная корзина, он не взял. О, Нюша, ой, ну не бери ее на руки, она сейчас побегает маленько об это, обтрясется там. Пойдем отсюда, а то она действительно с поля столько грязи собрала. А дивка-то исчезла, а вон она сидит. Не стала больше бегать. Так, Фим, ну еще мне не хватало, чтобы у тебя сапоги грязные были. Ну что ты делаешь? Тоже по полю пошел, дает. Видно уже, да, по-моему, отсюда даже чеснок. Смотрите, какие стрелочки стоят. Не знаю, мне все равно кажется, что он нынче рано вылез. Так. Ну что? Такая красивая девочка была. И сейчас посмотри на свои лапы. А морда-то как забрызгалась грязью. Дива! Ой-ой-ой. Вот что делается, когда весна. Все грязные животные. Сейчас ее придется опять мыть. Я уже сегодня кого-то я мыла, Нюшу помыла. Это-то хотя бы не выходило. Сейчас и это вышло. Что-то сегодня вертолеты у нас летают. Не знаю, что такое. Смотрите, какие тучки висят. Интересные. Вроде тут такое небо, да? Как у деда на картинах. Прям как у деда на картинах. А там такие грозовые, дождевые, розово-синие. Ну, вечерами, ну, бывает, с какой-то стороны, ну, небо, ну,
Ну как днем, а с другой ночью. Как ночью, да? Вечером. Как вечером, да. Пойдем, не топчи сапоги, пойдем. Ну, потому что вот так, не знаю. Ты вот стул-то вынес, а дождь будет, замочит, уноси обратно. Так, ну ладно, вроде все сделали. Хотела салат еще вынести, да не понесу на ночь, потому что холодно ему будет. Давай, ставь на место. Вот. Холодно ему будет салатику ночью-то, поэтому без акклиматизации, так сказать, не хочу. Завтра уж с утра понесу. Пусть он там привыкнет и в ночь уйдет, потому что уже на окне тоже ему плохо. Уже вижу, что солнца начинает не хватать. Так, тянуться начинает. Ну ладно, все, Фимок, давай домой. Кто там? Киска? А, птица сидит. Где? Я красиво не писала, что не скажу. Красиво. Ну ладно, друзья, все, давайте будем прощаться. Сейчас я уроки с ними поделаю маленько. И все, я буду.